В северо-западном районе Владикавказа открыли новое отделение Почты России. С его работой ознакомился председатель Комитета цифрового развития региона Даниил Гахов. Отделение оснащено современной техникой. Также оно рассчитано на маломобильных людей. На входе установили подъемник. В отделении будут оказывать весь спектр почтовых услуг. Открытие пункта снимет нагрузку с других филиалов. У нас рядом, недалеко, где рынок Алан, 46-е почтовое отделение, где была перенагрузка была, очень большая нагрузка была для сотрудников почты. Сейчас более-менее разгрузим, половина перейдут сюда, половина останется там. Цифровизация у нас идет сейчас, все это в цифре будет, то есть по новым технологиям, по новым стандартам.